Привет всем! Мы приветствуем вас в нашем новом демонстрационном зале, который мы полностью обновили за это время. Идея, конечно же, заключается в том, чтобы показать вам то, что мы создали в пространстве, которое большинству из вас уже знакомо, потому что вы уже здесь бывали. Но в эти сложные времена мы приглашаем вас рассмотреть другие возможности, чтобы приблизиться друг к другу. Итак, конечно же, мы покажем вам новый демонстрационный зал. Кроме этого, мы покажем вам свои новые разработки, свою новую коллекцию 2021 года. И мы сделаем это с некой долей интерактивности, потому что в конце своего выступления я оставлю время для ответа на ваши вопросы, которые вы можете отправлять мне во время презентации. Рядом с вопросом, пожалуйста, укажите свое имя, просто для того, чтобы я знал, чей вопрос оказался самым каверзным. Как вы догадываетесь, мы, конечно же, представим вам новый образ 2021 года в плане вариантов отделки и цветов помещений, в которых размещена наша коллекция. Кроме того, мы покажем вам свои новинки. Например, новое кресло Bergère for Copin, разработанное совместно с Buratti Brothers. Copin — это кресло, которое мы выпустили в прошлом году. Как и в креслах из прошлогодней коллекции, у этой модели имеется съемный чехол, который крепится к металлическому или деревянному основанию. Вместе с дизайнером мы также разработали новую коллекцию приставных и журнальных столиков, вдохновленных тем же металлическим каркасом кресла. Коллекцию приставных и журнальных столиков «Кокет» с мягкой скошенной кромкой по всему периметру мраморной столешницы. Основание разработано так, чтобы получить эффект плавающей столешницы. Здесь эти два новых элемента мы сочетаем с книжным стеллажом из шпессардского дуба, который уже довольно давно представлен в нашей коллекции. Несмотря на это, нам все же удалось переосмыслить концепцию и найти новый способ применения этого предмета мебели. Мы также обновили дизайн нашего обеденного стола. Это наш шедевр. Здесь обеденный стол Infinity представлен в варианте с двойным основанием и овальной стеклянной столешницей, через которую видна новая отделка, предусмотренная для всех элементов из ясеня. Вместе с нашим поставщиком лакировочного материала мы разработали новый вариант отделки. Новый пепельно-серый оттенок. В столе Infinity он сочетается с металлическим основанием с черным матовым покрытием, которое теперь предлагается для всей коллекции обеденных столов и журнальных столиков. Как вы видите, новая серая отделка подчеркивает красоту древесины ясеня. Это тот серый, который появляется в результате ее обработки. При осмотре демонстрационного зала невозможно не заметить достаточно большую композицию Argo. Это диван, который мы выпустили несколько лет назад. Главной особенностью Argo является его модульная конструкция. Parada все чаще создает мебель такого типа. Это и коллекция Kirk, и диван Abacus, которые мы покажем вам позже. Диван наполнен пеной с эффектом памяти, которая реагирует на тепло сидящего на нем человека, адаптируется к его телу и обеспечивает максимальный комфорт. Здесь также представлена мебель, которая дополняет коллекцию Argo. Приставной столик Jelly, кресло Louis и коллекция Ziggy, с которыми большинство из вас уже знакомы, и которые вы уже используете при разработке проектов для своих клиентов. Во время осмотра вы увидите, что мы значительно изменили облик демонстрационного зала. Точно так же будут оформлены наши демонстрационные залы в Милане и Лондоне.
Так что те из вас, кто находится в этих городах или сможет путешествовать, увидят новое оформление собственными глазами. Мы переходим в следующую гостиную зону, где представлено кресло «Капин» с деревянным основанием и низкой спинкой в сочетании с диваном «Абакус», о котором я говорил ранее. Абакус — это диван, который мы выпустили в прошлом году. Его характерной особенностью является трапециевидный модуль, который можно использовать в качестве шезлонга, углового или концевого элемента. Эта же форма воспроизводится в одном из аксессуаров, который можно использовать вместо подлокотника в любой создаваемой вами композиции. Трапециевидную форму модулей повторяет приставной столик из массива дерева, который можно использовать в композиции, чтобы добавить еще одну функцию традиционному мягкому подлокотнику. В этой композиции «Абакус» мы также представляем новую консоль «Костер». До сих пор коллекция «Костер» в основном состояла из журнальных и приставных столиков со столешницами из орехового дерева или керамики. Здесь представлена консоль, которую можно разместить с задней стороны дивана, или как обычную консоль на входе в помещение. Для разграничения этой зоны мы использовали композицию «Ария». «Ария» — это модульный книжный стеллаж со стойками из массива дерева, который может использоваться и в качестве перегородки, и в качестве элемента, который крепится к стене на входе в помещение для размещения книг, а также ТВ. Одной из особенностей коллекции «Ария» является металлическая конструкция и металлические детали из черного матового алюминия, выполняющие не только эстетическую, но и конструкционную функцию. Та же конструкция используется на коллекциях «Нара» и «Чиба». «Чиба» — это новая линейка журнальных столиков, а «Нара» — серия тумбочек и комодов из американского ореха с металлическими деталями, вдохновленными коллекцией «Ария». Еще одна зона парада со спальней, где мы предлагаем различные варианты кроватей, тумбочек и элементов для персонализации спальной зоны. Здесь представлены новые элементы коллекции Экеро, например, зеркало Экеро, которое дополнено небольшим универсальным крючком. В этом году в коллекцию Экеро мы добавили новый элемент, который ярко выражает ДНК бренда Парада. Как вы знаете, каждое изделие Парада — это дизайнерский предмет мебели, который несет в себе не только эстетическую, но и функциональную нагрузку. Мы всегда стараемся создавать не просто красивую, но и функциональную мебель. Как и в этом случае, о функциональности можно судить по мелочам. Например, вешалка для брюк дополнена небольшими деталями из микроволокна, чтобы брюки не скользили по гладкой деревянной поверхности. Коллекция Экеро была представлена в прошлом году. И в дальнейшем, благодаря сотрудничеству с дизайнерами Толгардом и Костелами, пополнялась новыми предметами мебели. В дополнение к двум предметам, которые я показал вам ранее, они выпустили Экеро XL, журнальный столик со столешницей из массива дерева, который можно использовать в различных композициях в гостиной, также в сочетании с приставным столиком Экеро.
Echero Sitables introduced last year to his Big Brother Echero XL. Здесь представлен пример другой гостиной, где мебель разработана разными дизайнерами, потому что это еще одна особенность бренда. Parada всегда старается иметь один главный элемент — свою коллекцию, и просит дизайнеров разрабатывать различные предметы мебели так, чтобы они сочетались друг с другом, даже если они были созданы в разное время разными людьми. Одним из элементов этой зоны является диван SoftBay. Он входит в необычную коллекцию 2020 года, которую в этом году мы дополнили креслом с эффектной деталью, массивными деревянными ножками, отличительным элементом SoftBay. Как я уже проговорился и сообщил вам некоторые подробности, позже вы увидите небольшой сюрприз, который также связан с этой коллекцией. Рядом с гостиной представлена еще одна обеденная зона, где я хотел бы, чтобы вы увидели и оценили по достоинству различные сочетания вариантов отделки обеденного стола, стульев и остальных предметов мебели. На самом деле, обычно вы стараетесь сочетать детали с одинаковой отделкой. В этом случае наши дизайнеры и стилисты решили предложить другую комбинацию. Элементы в отделке мокко или венге, они сочетаются столом из американского ореха, чтобы придать помещению новый облик и немного выйти за рамки традиционного оформления интерьера. Здесь основной элемент — обеденный стол Beam. Это модель — младший брат обеденного стола Allen, выпущенного в прошлом году, а ее ножки соединены перекладиной. Мы хотели бы, чтобы вы поняли, что стол Beam заканчивается там, где начинается Allen, потому что благодаря дальнейшему развитию мы можем создавать или предлагать варианты обеденного стола меньших размеров. Когда мы говорим, что Beam заканчивается там, где начинается Allen, мы имеем в виду следующее. С Beam мы можем использовать обеденные столы меньших размеров. Например, диаметром 1,20 м или 1,30 м. В то время как с Allen мы, как правило, создаем столешницы гораздо крупнее, от 2,20 м и более. В период локдауна мы не только занимались разработкой новых предметов мебели, но благодаря работе и сотрудничеству с нашей командой продолжали совершенствовать уже существующие модели коллекции. Например, стул Ionis, который всем знаком в отделке с шорно-сидельной кожи. Теперь, благодаря работе и согласованности наших сотрудников, мы предлагаем также в тканевой отделке. Такое изменение может показаться достаточно простым, потому что наши люди делают его простым. Но иногда за небольшим изменением стоит огромный труд. Работа по улучшению и развитию нашей коллекции также связана с одним из моих любимых предметов — письменным столом Flavio. Лично мне нравится этот стол, потому что он воплощает в себе все лучшее, что есть в мебели Parada. Мастерское использование массива дерева в сочетании с высококачественным шпоном и шорно-сидельной кожей фока для создания красивой и сбалансированной композиции. Этот стол мне нравится еще и потому, что он показывает силу сидящего за ним человека. Благодаря вашим постоянным отзывам о нашей продукции, мы добавили систему управления проводами. Для штекера, для компьютера или настольной лампы, а также два USB-порта для зарядки, которые так необходимы в наше время. Все эти устройства скрыты под металлической пластиной в отделке матовой латунь.
И в этом случае сочетание шорно-сидельной кожи Фока с креслом Элис создает по-настоящему мягкую и приятную обстановку в вашем главном офисе или в других местах. Например, у вас дома, во время локдауна, когда вам хочется или нужно продолжать работать. Во время дальнейшего осмотра демонстрационного зала мы хотели бы показать вам новые идеи предметов мебели, которые показывают, как мастерские Парадо работают с деревом. Здесь вы видите новую перегородку, новую ширму для зонирования пространства Гамен в дизайнерской версии. Это не стандартный вариант из каталога, а композиция со специально рассчитанным радиусом, который отгораживает стол в центре этой зоны. Как мы уже говорили, Парадо — это дерево, которое используется в массиве и шпоне. И в этом случае стержни коллекции Гамен использованы из алюминия и отделаны американским орехом. Позже вы увидите стандартный вариант, и мы немного расскажем о том, как его использовать, комбинировать и создавать собственную композицию. Но, как вы знаете, Парадо также создает мебель под заказ. Это позволяет вам дополнить свое предложение для клиентов, свой проект, путем изменения или адаптации стандартных элементов под конкретные запросы. Один из сюрпризов, который я приготовил для вас, это кровать Soft Bay. Она имеет те же особенности, ту же характерную деталь в виде массивной деревянной ножки, что и остальная мебель из коллекции Soft Bay. Но здесь я хотел бы передать вам ощущение комфорта и мягкости кровати. Благодаря работе дизайнеров и наших специалистов по прототипированию, нам удалось создать такую кровать, в которой вы будете наслаждаться отдыхом и чувствовать себя комфортно и уютно во время сна. Как и в остальной мебели из коллекции Soft Bay, чехол полностью снимается, и можно сказать, что эта кровать получила действительно хорошие отзывы, вероятно, из-за обивки из ткани букле. Когда мы представили ее в наших социальных сетях, она сразу же завоевала большой успех, и мы получили множество заявок. Для персонализации вашей прихожей или даже спальни мы хотели бы представить вам еще один важный продукт из нашей линейки аксессуаров — зеркало Backstage. Вдохновленное простой скрепкой с рамой из массива американского ореха, оно выполняет несколько полезных функций, так же, как и остальная наша мебель из коллекции. Здесь оно выглядит как обычное зеркало, но за ним можно повесить вешалку. За зеркалом также предусмотрена полка из массива дерева, на которой вы можете оставить все свои вещи, когда раздеваетесь, готовитесь ко сну или заходите в дом. Так вы не забудете, куда вы их положили, когда вернулись домой. Это зеркало разработано Навой и Арозио, двумя молодыми дизайнерами. Парадо всегда уделяет большое внимание молодым дизайнерам, потому что мы верим в преемственность нашей работы по разработке. В связи с этим мы уже много лет организуем международный конкурс дизайна Парадо, открытый не только для профессионалов, но и для студентов, которые прежде всего получают возможность поработать над конкретным проектом.
А в случае победы — начать сотрудничать с компанией для создания продукции, которая, возможно, будет выпущена и включена в нашу коллекцию. По разным причинам изделие не всегда удается включить в коллекцию. Однако с тумбой Pebble, разработанной Никола Девитагом, произошло иначе. Этот дизайнер выиграл конкурс 2021 года и получил награду за тумбу, которая стала для парада своего рода вызовом. Парада действительно должна была тщательно продумать все нюансы разработки и прототипирования, чтобы создать этот предмет мебели, который на бумаге выглядел очень красивым. Поэтому мы вместе с дизайнером решили создать этот контраст между темной отделкой внутренней рамы тумбы и более светлыми панелями из американского ореха. А это одна из деталей, которая мне нравится больше всего. Я не знаю, получилось ли это само собой или действительно было задумано дизайнером, но именно в этом трехмерном угловом элементе соединяются скругленные профилированные панели с прямым срезом центрального элемента тумбы. И мне это действительно очень нравится. Думаю, что это просто декоративный элемент. У него нет определенной функции, но он делает эту вещь более детализированной и придает ей индивидуальность. Мы продолжаем презентацию нашего демонстрационного зала. Как я уже сказал, мы уделяем большое внимание молодым дизайнерам. Но наша команда также сотрудничает и с крупными дизайнерами, задающими тренд. Например, мы сотрудничаем с Патриком Жуэном. Для коллекции 2021 года он разработал эту линейку журнальных и приставных столиков под названием Leaf, где воссоздал структуру листа, которую формируют прожилки дерева столешницы. Столики изготовлены из двух разных пород дерева в натуральной отделке. Темное эбеновое дерево контрастирует со светлым американским орехом. И не только сверху, но и по центру колонны. Этот элемент крепится к мраморному основанию из Грей Карнико, которое служит противовесом и придает столу устойчивость. Есть одна особенность, которая не так заметна, но высоко ценится всеми, кто работает в этом секторе. Текстура шпона, которым отделан край столика, имеет вертикальное, а не горизонтальное направление, как обычно. Такие небольшие детали имеют важное значение для всей конструкции. В этой гостиной вы также видите новую коллекцию пуфов лагом разных размеров. Два квадратных, один маленький, один большой или прямоугольный. Лагом отражает философию жизни в северном или шведском обществе, где всего в жизни должно быть не слишком много и не слишком мало, где важно найти баланс в различных особенностях жизни каждого человека, чтобы жить по принципу «золотой середины». Эстетика умеренности прослеживается и в коллекции пуфов, где дизайн и простота сочетаются с исключительным комфортом. Здесь вы можете играть либо с разными материалами, как в этом случае, когда корпус выполнен из кожи, а верх из ткани, либо использовать одну ткань разных оттенков,
например, для создания и персонализации собственного пуфа. Эта идея кажется очень простой, но мы добавили такие детали, как ручка из массива дерева, которая была вдохновлена пуговицами известного пальто Монтгомери, которое, возможно, некоторые из вас помнят. Как видите, в коллекции 2021 года мы выпустили множество дополнительных предметов мебели, больших и маленьких, которые дают вам возможность сделать каждый проект или каждую зону экспозиции или вашего дома несколько другим. А за мной представлена модель, разработанная для My Suite Collection. Некоторые из вас в течение года создавали композиции с My Suite Collection, которая представляет собой открытую гардеробную. При создании композиции вы иногда просили нас предоставить элементы с комбинацией открытых и закрытых модулей. Мы всегда удовлетворяем такой запрос. Разрабатываем шкаф под заказ или индивидуальное решение. В этом году мы решили дополнить My Suite Collection новыми элементами и подготовили стандартное предложение, в которое включили деревянные дверцы. Такие дверцы мы предлагаем, как и здесь, в отделке из кожи. Кроме того, возможен вариант наружной отделки американским орехом со шпоном в разных направлениях. Ручка всегда изготовлена из массива дерева, и внутри можно использовать все аксессуары для My Suite Collection. В дополнение к деревянным дверцам, мы также предлагаем стеклянные дверцы стоп-сол с рамой из черного алюминия. В My Suite Collection мы добавили центральный элемент, который можно использовать в композиции шкафа как туалетный столик или письменный стол. Он также доступен как самостоятельный предмет мебели. Вы можете изменять размер этих модулей в соответствии со своей композицией. И, конечно же, в новом демонстрационном зале мы не можем не показать наш My Suite, открытую гардеробную, чтобы вы могли снова увидеть и оценить по достоинству различные возможности аксессуаров или многофункциональность каждого из них. Например, здесь представлены традиционные полки, на которых вы можете разложить свою одежду, а также штанга для вешалок. А здесь находится вешалка для брюк, которая отличается очень элегантной деталью из массива дерева с кожаным покрытием. В этой композиции спальни изголовье ньян с тканевой обивкой разработано для кровати ньян. Мы предлагаем своим или вашим клиентам разные варианты тканевого чехла, которые полностью снимаются для смены или стирки. Чтобы отделить эту зону от гостиной, у нас есть простой и стандартный вариант перегородки гамин,
которая сконструирована из алюминиевых стержней в отделке американским орехом. Здесь представлена композиция из трех элементов. Но для создания вертикальной перегородки потребуется не менее двух элементов. Парада, как вы знаете, уделяет большое внимание материалам своей коллекции. И мы хотим, чтобы вы еще раз посмотрели видео, которое мы недавно выпустили об Essentials, а также увидели, что происходит за кадром. Поэтому просим вас посвятить немного времени людям, которые работают в нашей компании над созданием этого нового демонстрационного зала. Была проделана большая работа. Она продолжалась около 4-5 месяцев. После просмотра видео мы ответим на все ваши вопросы, так что у нас будет немного времени для общения. Я постараюсь быть как можно более ясным. Большинство из вас знают меня, и я постараюсь сделать все от меня зависящее. Хочу сказать, что я очень волновался, и надеюсь, что это видео вам понравится.